Все-таки в этом состоянии, в котором находится сейчас мировое кли, все ми, ощущается то, что вы говорите. Что сделать с этой апатией? Просто так идти и плыть по течению? Да-да, идти по течению. Это не апатия, а это то, что мы привыкаем к тому, чтобы опереться, поддерживать. Да, раньше, с помощью желания получать, через восприятие, понимание, ощущение, реальность, которая перед нами, в которой мы находимся. Действительность такая. То есть как бы все нормально, все вот тут, и мы здесь. Я не могу положиться на что-то одно, так я полагаюсь на что-то другое. Нет, так третье. У меня есть семья, есть работа, есть у меня этот мир, есть у меня силы, хоть какие-то. И мы постепенно приходим к состоянию, когда мы опустошаемся от всех этих основ, и не на что нам больше опереться. Так ведь? Да, нечем гарантировать себе, только полагаться на Творца, на нашего Отца Небесного. На этапе вот этого опустошения, что делать в этой промежуточной работе? Мы не можем опереться ни на Творца, ни на себя, ни туда, ни сюда. Если мы объединяемся и кричим к Нему, то мы убегаем из Египта. Это в точности именно то, что нам надо делать. Но так это замечательно, что у нас нет выбора. Замечательно, что Он нас приготовил к такому состоянию. Это просто спасение. Ну, что может быть лучше этого? Нет, ну ты, я смотрю, не очень-то доволен, да? А почему? Почему ты недоволен? Опустошенность я чувствую, но я не чувствую второй стороны. Ну где здесь что-то такое гарантированное? Да, на что опереться? Опоры нет. Если ты поднимешь снизу, тогда это станет посохом. Только таким вот образом. Да, опора — это посох, да, с которым ты можешь четко гарантированно, уверенно идти вперед. Уверенно. Но как? Тем, что ты все свое материальное, все твои занятия ты делаешь внизу по важности, а вера выше знаний, ухватиться за Творца и за группу — это сверху по важности, и тогда ты идешь. Все открыто, все готово. Творец приготовил все, привел нас к этому, чтобы взяли. Ну хотя бы давайте начнем выяснять, как взять и зайти. Это уже вход в высший мир. Так вот. Будем поддерживать друг друга, еще будем читать, еще будем выяснять разные вещи и, насколько возможно, продвигаться. Даже если идем и возвращаемся, идем и возвращаемся, да, такими подходами мы все равно приближаемся к выходу. Вы знаете, что вас ждет? Нет. Поверьте мне, что это. Это настоящая действительность. А сегодня мы просто в этом гвура, мужество, вперед. В могиле. Это что-то очень важное, волнующее.